Друзья, всем добрый вечер. Как вы меня видите, как вы меня слышите? Давайте по традиции, по десятибалльной шкале, как звук, как картинка, если видно, если слышно, будем дальше общаться и работать. Все, Свет, спасибо за десяточку, полетели десяточки. Людмила, Света, отлично. Все, значит, меня слышно и в Безенчуке, и в Самаре. Здорово. Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Зайцева Ольга, я бриллиантовый директор компании Oriflame. У меня сегодня продуктовая тема, и не просто о продукте, который находится, ну скажем так, с которым ассоциирует в первую очередь компания Oriflame. У меня сегодня тема о продукте, даже сказала бы так, о категории продуктов, говоря о которых с другими людьми, люди удивляются и спрашивают всегда, что в Oriflame это тоже есть? Да, тоже есть, и очень давно, уже более 10 лет, если быть точнее, 11 лет. 11 лет в компании Oriflame есть категория продуктов, которая называется Wellness. И даже каталог есть отдельный, да, который называется Wellness. И в основном каталоге всегда выделяется несколько страничек, где рассказывается о продукции категории Wellness. И сегодня я не делала никаких слайдов. Я просто хочу рассказать о том, что из этой категории, вообще свою историю рассказать, как я стала употреблять вот эту продукцию, как вообще к этому относилась, с чего все начиналось, к чему пришло. Это во-первых. Во-вторых, я, конечно, покажу вам, что у нас в семье есть из категории Wellness. Ну и, в общем, вот так вот мы пообщаемся, просто сегодня пообщаемся. Итак, начну, конечно же, с истории. И как я уже сказала, уже достаточно большое количество лет назад, в один прекрасный день, знаете, как в сказке, да, в один прекрасный день, на одной из конференций компании Oriflame, наверное, это была бриллиантовая конференция, я так думаю. Так вот, на бриллиантовой конференции компании Oriflame нам сказали, это уже было много лет назад, нам сказали, друзья, у нас есть для вас совершенно потрясающая новость, у нас появится новая линейка продукции. Ну и так как наша компания всегда ассоциировалась как косметическая компания, мы, в общем, ждали что-то, ну, из этой, скажем так, области, что-то каких-то новинок, чего-то такого интересненького. Каково же было мое удивление, и даже, я бы сказала, меня взяла оторопь, когда нам представили, вдруг неожиданно, Wellness, да, вот эту категорию Wellness. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Более того, ну, некоторое время до этого, когда мне задавали вопросы на тему, а почему Oriflame, а почему ты вот не сотрудничаешь с какими-нибудь другими компаниями, которые предлагают какой-то вот другой вид продукции, я всегда говорила, ну, а что другое, а что другое? Какие-нибудь там коктейли, витамины, таблетки, это вообще не для меня. Я не могу брать на себя такую ответственность, я не буду ничего подобного делать. Вот представляете, да? И я искренне, я не покупала никогда ни у каких компаний ничего подобного. Я считала, как и все наши такие постсоветские граждане, я считала, что витамины надо пить по предписанию врача, там, максимум два раза в год, весной и осенью. Ну, в общем, я ничем не отличалась от любого другого человека. Вот сейчас те, кто меня слушает на площадке, напишите, пожалуйста, какая у вас была реакция. Вот Света уже пишет свою реакцию, что то же самое было. И я была вот правда искренне в шоке. Когда нам там, нас там, ну, угостили, во-первых, да, тем же коктейлем, ну, я так, знаете, ну, попробовала тогда язык, так, язычком туда раз, ты скажешь, что выпила, и мне понравилось, и я прям там растворилась в нем. Ну, нет, нет, будем честными, нет. Нам подарили что-то, я помню, из категории Wellness, наверное, вот коктейль, может, витамины подарили. Ну, тоже я так крайне скептически к этому отнеслась. Я, конечно, послушала, и сработало только две вещи. Первое – это доверие компании, то есть, ну, я на тот момент, раз я была на бриллиантовой конференции, значит, я уже была в статусе бриллиантового директора, и к тому моменту у меня уже был очень высокий уровень доверия компании. И второй момент, я включила логику, ребят. Вот честно, я просто включила логику. Я подумала, нам что там объявили, как будут запускать эту продукцию Wellness, что сначала, вот что руководство уже пьет Wellness, а теперь могут покупать Wellness только вот бриллиантовые директора и выше. Вот Ира тоже пишет, что была в шоке от появления Bud Oriflame. Я не одна такая. А потом нам сказали,
сказали, что будут, вот только бриллиантовые директора смогут покупать. Потом через некоторое время смогут покупать только директора, и только они вот попробуют проникнуться, пройдут обучение, обязательно им все расскажут, покажут составы, как влияет, что и как. И только потом смогут приобретать все остальные люди. И меня это, вот знаете, как вот этот скептиз мой, ну, по крайней мере, я в этом... Как бы я логически сама себе объяснила, ну, вряд ли, ну, действительно, вряд ли компания запланировала отравить всех бриллиантовых, например, директоров, потом истребить всех, весь директорский состав, да, и закончить уже всеми остальными. Ну, так, утопия это, конечно, определенная. И я просто, да-да-да, стереотипы, точно. И я просто, ну, знаете как, вот как бы мозгами-то понимала, но честно могу сказать, все равно сразу пить не начала. К нам приглашали Ольгу Николаевну Григорян. Я ее очень внимательно выслушала, прям очень внимательно. Но была еще одна причина, почему я лично не пила Wellness. Я аллергик, это правда, у меня есть пищевые аллергии, к сожалению. Слава богу, как ни странно, с приходом Wellness я практически уже давно не сталкивалась ни с какими яркими проявлениями. Но в целом я знаю всегда, что у меня может случиться какая-то аллергия, реакция. И мне моя мама, она как бы с детства внушала, что мне нельзя вот так вот бездумно есть чего не попадя, потому что ну мало ли чего. И вот это было прям, знаете, ну вот прям на подсознании у меня в голове сидело, что надо быть аккуратной, все подряд есть нельзя. И вот Wellness, и вот пришел в мою жизнь Wellness. И я действительно, прежде чем даже сама чего-то там пить и есть, я выслушала Ольгу Николаевну Григорян не один раз. Я просмотрела все, что нам дали, печатную информацию. Я залезла в интернет и посмотрела, кто такой Стик Стэн и вообще, что это за человек такой, который вот этот продукт вообще представил для нашей компании и так далее и тому подобное. То есть я вообще, вот, ну все, что я на тот момент могла нарыть какую-то информацию, я ее нарыла. И я внимательно все это слушала, я это изучала. И я понимала, что для того, чтобы быть абсолютно, вы знаете, абсолютно спокойной, внутренне, уверенной в том, что вот люди, которым я расскажу что-то про Wellness, и они начнут пить коктейль, они начнут пить витамины, вот 100% с ними ничего не произойдет плохого, вот я должна была быть сначала быть абсолютно уверенной в этом. И я сначала полностью разобралась в этом продукте, и только после этого я начала сама потихонечку приучаться. И могу сказать, что на это тоже ушло определенное время, потому что, не было какой-то культуры, например, употребления витаминов, культуры употребления коктейлей. Вот не было привычки, не было практики. Света вот пишет, я пропила один пэк и думала, что я набралась витаминов на весь год. Да-да-да-да-да. И вот это был целый процесс. Поэтому, когда вы сегодня, может быть, вот кто-то будет в записи смотреть этот вебинар, и, может быть, он тоже придерживается такого взгляда, что, ну, как так можно, да, что не надо пить витамины постоянно и так далее. Друзья мои, это совершенно нормально, ничего в этом нету странного, необычного. Я вот прошла этот путь. Сегодня я 100% потребитель Wellness, и сегодня я не просто, ну, что-то пью из Wellness. Мне кажется, я вообще пью практически все. Ну, кроме мужского Wellness-пэка. А так у нас есть практически все. И сегодня вся моя семья 100% потребитель Wellness. У меня, понятно, вот семья – это 3 человека. Это я, мой муж, мой сын. А ему в этом году уже 20 лет. Он уже взрослый молодой человек. Это мой папа, который, ну, просто вот пить витамины – это просто обязательное условие. То есть уже приучила. Тоже достаточно такой долгий путь мы к этому прошли. Я просто взяла на себя ответственность. Я себе сама сказала, что здоровье моих близких в моих руках, и я должна уделять этому пусть небольшое время каждый день, но по чуть-чуть каждый день. И я каждый день, звоня ему утром и спрашивая, как дела, там все ли хорошо, я обязательно говорила, ты витаминки выпил? И он первое время мне всегда говорил, ой, забыл. Я говорю, вот давай прямо сейчас выпей или там прямо сейчас вот рядом с собой положи, чтобы у тебя на глазах они были, и ты вот без проблем не забыл просто об этом. И когда была, например, самоизоляция,
то я, в общем-то, была спокойна. Во-первых, он у меня соблюдал режим самоизоляции, а во-вторых, он пил уже до момента самоизоляции, он пил витамины уже на протяжении года, наверное, календарного. То есть я уже точно знала, что у него витамины в организме хорошо, нормально, и иммунитет, относительно, конечно, его возраста, нормальный, хороший для его возраста иммунитет, точно, вот Ольга пишет, что с непривычки забываешь пить, правда. Вот поэтому я расскажу сейчас хитрости, как мы сделали, чтобы не забывать пить витаминки в том числе. У меня свекровь обязательно пьет витамины, то есть я тоже взяла ответственность на себя такую, и каждые 3 недели я ее зарегистрировала, у нее есть свой личный регистрационный номер, ей уже 72 года, она живет в Ясном, я каждый каталог отправляю ей туда витамины, вот Люда здесь не даст соврать, сейчас опять должен был, там сегодня-завтра у вас заказ приходит, должен прийти заказ, я ей отправляю туда Life Plus, я не просто витаминки отправляю, я ее отправляю туда Life Plus, и она у меня вот ходит к Люде и забирает все это, и тоже пьет витаминки. Ну, то есть, вот как бы так, я считаю, что если я точно знаю, что это очень полезно для здоровья, если это продлевает нашу жизнь, если это делает нашу жизнь более качественной, если продукция категории Wellness помогает нам быть более активными, более энергичными, чувствовать прилив сил каждый день, то ну как же этим не воспользоваться? Ну как же этим не воспользоваться, да? И для того, чтобы не забывать о том, что надо каждый день пить коктейли, каждый день пить витаминки, мы прям, знаете, сначала мы такие порядочные убрали в одном из шкафчиков на кухне, мы сделали полочку Wellness и все сложили красиво туда, на эту полочку. Но я поняла, что благополучно, в общем-то, можно с этой полочки все забыть взять, да, не открыл дверку, на глаза не упало, все. И мы, знаете, вот взяли просто элементарно что-то в этот момент, взяли вот в такой вот коробочке, купили, наверное, что-то, да, и у нас вот такая коробочка Wellness, которая стоит прямо возле графина с водой. Вот графинчик с водой у нас стоит на кухне, это вода, которую тут пить постоянно надо, да? И вот каждый раз, подходя к графинчику с водой, я вижу вот эту вот коробочку Wellness. Я понимаю, что, ага, надо обязательно выпить витаминки. Или вечером, например, да, надо обязательно скушать, допустим, кальций или выпить пробиотический комплекс. То есть, ну, в зависимости от того, какое время дня, что, ну, вот оно все время у меня на глазах, понимаете? И тогда уже и вопрос, например, о том, что там коктейльчик надо выпить, или зимой, например, в холодное время года супчик сделать, это уже как бы вот по пути идет. Итак, что же мы пьем, что же мы едим, и как это происходит, да? Первый момент у нас и у меня, и у Саши, и, как вы уже теперь поняли, у всех моих родственников близких, обязательно есть личные регистрационные номера, и на каждом номере регистрационном у нас есть подписка Life Plus. То есть на моем регистрационном номере есть подписка Life Plus, вот так вот она выглядит, это коктейль и витамины. А у Саши, соответственно, тоже есть подписка Life Plus, это тоже вот коктейль и витамины. Значит, чем удобна подписка Life Plus? Она удобна тем, что это, во-первых, вы сразу комплексом употребляете все, что, скажем так, минимум, который нужен вашему организму в течение дня, это раз. Во-вторых, у вас получается, вот что дает вам коктейль, вот если мы говорим о подписке Life Plus, что дает вам коктейль? Коктейль – это белок. Белок – это строительный материал всех клеточек организма. Соответственно, когда в вашем организме будет нормальный, хороший, качественный белок, то в вашем организме новые клетки, которые появляются, то есть у нас постоянно идет обмен клеток, да, то есть какие-то клетки умирают, какие-то появляются на их место новые клетки. Так вот, вот эти новые клетки, которые появляются, они будут здоровыми, качественными и полноценными. И даже если в вашем организме какие-то сбои существуют уже на сегодня, сегодняшний день, то если вы начнете пить вот такой вот комплекс Life Plus, не надо думать, что это лекарство. Знаете, как меня вот всегда удивляют вопросы, когда люди там в чатах где-то каких-то задают, там у меня, например, бронхиальная астма, что мне пить Wellness для того, чтобы вылечиться?
Слушайте, ну простите меня, пожалуйста, что ж ты сделал для того, чтобы ее заработать? Сначала давайте подумаем. Второй вопрос, сколько ты уже живешь с этой бронхиальной астмой? И третий вопрос, почему ты хочешь как таблетку, да, вот выпить, и все, и у тебя, и вот ты здоровый, и вот ты уже побежал. Нет, друзья мои, wellness – это не лекарство. Wellness – это правильное питание. Но что оно вам даст? И вот если вы будете правильно питаться, и если у вас будет достаточное количество в организме белка, достаточное количество в организме витаминов, то тогда что произойдет? Новые клеточки, которые будут приходить на смену старых, таких вот, может быть, не очень хороших, не очень здоровых клеточек, эти новые клеточки будут здоровые, красивые, правильные. И, соответственно, потихонечку вот все в нашем организме, даже каждый орган в нашем организме со временем полностью на 100% обновляется. Представляете? То есть... старые клетки умирают, появляются новые, у вас как будто бы вырастает новый орган. Но это происходит. Я где-то видела статистику, не буду врать, как быстро, но там было прям написано, там, например, печень в течение 5 лет обновляется, там еще что-то еще в течение какого-то времени. То есть это время, время. И если все это время у вас будет правильный белок поступать в организм, если у вас будет достаточное количество витаминов, если у вас будут хорошие эластичные сосуды, то у вас все это будет обновляться именно вот в правильном, том самом правильном режиме, о котором я говорю. Почему еще Life Plus? Ну, в первую очередь, это здоровье, конечно, да? Во вторую очередь, почему еще Life Plus? Потому что, я вам хочу сказать уже с точки зрения бизнеса, это самое выгодное вообще приобретение, которое вы можете сделать для себя, потому что, когда вы организовываете, оформляете себе подписку вот такую вот на Life Plus, у вас эта подписка дает 108 баллов, и только первый каталожный период, вот самый первый каталог, когда вы оформили подписку, вы за нее даете полную сумму. Уже на второй каталожный период вы платите меньше за этот набор. Почему? Потому что, ну, у нас так организация работает, да, приходите вы просто для себя покупать продукцию, экономить, или вы приходите для того, чтобы зарабатывать, под вами все равно потихонечку начинает расти организация. Соответственно, и растет товарооборот, и появляется ваша личная скидочка. Поэтому вы уже сможете воспользоваться этой скидочкой, и уже где-то на 800 рублей вам этот набор со второго каталога обойдется дешевле. Но и это еще не все. Вы берете первый, второй, третий каталожный период, вот такой вот наборчик, а на четвертый каталожный период вам дают полностью этот набор, но с вас не берут ни копейки денег. Представляете? Вообще ничего. При этом 108 баллов вам начисляются. Представляете? 108 баллов за 0 рублей, имея продукт. Имея продукт. Это просто вообще шикарное предложение. Ну и начиная с пятого каталожного периода, если вы вдруг по какой-то непонятной мне причине, не решите, что вам больше здоровые клетки в организме вообще не нужны, и вы можете жить так, как и раньше жили. То есть если вы продолжите брать каждый каталог себе подписку Life Plus, то тогда она вам будет пожизненно обходиться еще с дополнительной 30% скидкой. То есть, грубо говоря, вы будете такой набор брать с 50% скидкой от цен каталога. Представляете? Всегда. Но при этом вам так и будут начислять 108 баллов. 108 баллов. Поэтому, когда мне люди говорят, что, ой, 150 баллов для бизнеса, это сложно. Друзья мои, 108 баллов – это ваше здоровье. Причем, опять же, вот смотрим сюда. Это здоровье одного члена семьи. Ну что, вы правда хотите, чтобы только вы были здоровы в семье и больше никто? Вы собираетесь всех пережить, что ли? Вы собираетесь остаться потом в тихом одиночестве? Я надеюсь, что нет. Вы хотите, чтобы члены вашей семьи также были долго здоровыми и прожили качественную, красивую, достойную жизнь. А раз так, значит, получается, что вам нужен не один набор Life Plus, правда же? А вам нужно вам и каждому члену вашей семьи. Вот у меня маленьких деток уже нету. Поэтому единственное, чего у меня здесь нету, это у меня нету детских витаминок, и у меня нету детской омешки. Да? Хотя вот, кстати, детская омешка запросто, кстати, в холодильнике может быть. Что-то я не подумала холодильник открыть. Есть? Есть. О, Саша говорит, есть. В салатик добавлять хорошо. В общем, все есть. Вот.
Поэтому получается, что для деток есть витаминки, для взрослых есть витаминки. Ну, то есть наше здоровье, в общем-то, в наших руках. Ну что, давайте смотреть, да? А что же входит, собственно говоря? Ну, с коктейлем уже понятно. Вот, вот, представляете, у нас даже есть детская омешка, потому что это действительно классный продукт, просто концентрация в детской омеге-3 гораздо выше, чем во взрослой, потому что деткам нужно омеги-3 больше, для их организма растущего нужно побольше омеги-3, поэтому вот оказалось, даже и детская есть, что-то я так неожиданно вспомнила об этом. Ну так вот, возвращаемся, да, итак, подписка Life Plus, значит, в ней находится коктейль, в который 21 порция, каждая порция разводится, ну вот лично я, ну и вообще моя семья, у нас есть, конечно, шейкеры, и когда я, например, куда-то, ну, на долгий промежуток времени из дома ухожу, да, то я могу взять с собой шейкер, туда насыпать мерную ложку сухой смеси, взять с собой воду или в магазине продаются детское молочко 200 мл, вот такие вот в тетрапаковских упаковочках. Взять могу вот такую упаковочку молочка и, соответственно, в течение дня, когда надо перекусывать, придет время перекусывать, я просто разведу коктейль, собью его в шейкере и выпью, и все будет замечательно. И чувство голода у меня, ну, не будет после этого, ну, как минимум, еще часа 4. Так, вот Наташа пишет, сегодня оформила заказ, 4-я подписка бесплатно, 4-й шаг стартовой программы, коктейль, омега, все бесплатно, я счастлива. Конечно, конечно, счастлива. Так вот, продолжаю. Значит, но в обычной жизни, сейчас вот все-таки в связи с пандемией как-то вот я полностью практически ушла на удаленную работу, и никуда я не езжу ни в какие офисы, я работаю из дома, поэтому вот как-то надобность в шейкерах немножечко отпала, и поэтому... График такой. Утром я просыпаюсь каждый день в 8 утра, потому что в 9 у меня планерка с командой. В 8 утра у меня завтрак обычный. То есть вот сегодня это было там яичко отваренное, бутербродик с сыром и чашечка кофе. Да? Вот, то есть такой обычный завтрак. Потом я провожу планерку в 9 утра и где-то приблизительно в 11 часов, ну, утра, дня, я не знаю, в 11:30-12 у нас идет вот этот вот перекус. И перекусываем мы как раз коктейлем. Значит, как мы делаем коктейль? Коктейль мы взбиваем в блендере, взбиваем сразу на всю семью. Я уже сказала, нас трое проживают одновременно вместе, да? И мы что делаем? Мы насыпаем, получается, 3 мерных ложки коктейля на 3 порции, наливаем молочка туда, чуть-чуть разбавляем водичкой, ну, 50 на 50 где-то с молочком, молоко 2,5% жирности. Разбавляем с водичкой, туда добавляем, ну, если есть банан, банан, если есть какие-то ягодки, ягодки, ну, то есть что-то такое, вот, фруктовая, скажем, да, добавляем туда же, взбиваем это все красиво, и вот, пожалуйста, и в красивых стаканах пьем, и иногда в сторисах я показываю там, как мы взбиваем, я показываю, как мы пьем, например, коктейль, да, вот таким вот образом, вот такой вот у нас перекус. И когда мы пьем коктейль, в это, он как бы вместе с коктейлем, обязательно мы пьем витаминки. Значит, я пью пакетик вот такой вот, выпиваю пакетик женских витаминок, а мальчики у меня пьют пакетик, вот такие вот пакетики мужских витаминок, это вот из пэков пакетики. В пэках тоже ровно 21 вот такой вот пакетик по количеству дней каталога, потому что когда ты делаешь подписочку, ну, чтобы у тебя вот получалось именно так, что каталог заканчивается, и витаминки твои заканчиваются, соответственно, у тебя по подписке автоматически добавляется следующий шаг, и ты продолжаешь пить, и у тебя получается ровно без каких-то пропусков. Значит, что находится в пэке? В пэке находится витаминка, вот такая вот витаминочка, да, вот, вот видно. Значит, в пэке находится витаминка. Вот, вот такие вот пакетики, мужской и женский, они отличаются только витаминкой, все остальное в пакетиках одинаковое, вот вы видите, да, вот они одинаковые, абсолютно одинаковые. Значит,
в фейке витаминка. А, значит, женская витаминка просто обогащена фолиевой кислотой и кальцием. Ну, то, что нужно в первую очередь женскому организму. Мужская витаминка обогащена селеном и магнием. Это то, что нужно мужскому организму, ну, в большей степени, скажем так. Дальше, соответственно, две вот таких вот прозрачных светло-желтеньких капсулки – это омега-3. И, как я уже сказала, омега-3 – это наши с вами эластичные сосуды. Это наши с вами хорошо соображающие мозги. Это наша с вами сердечно-сосудистая система, которая работает без сбоев, без всяких там тахикардий и всего прочего, да, чтобы сердце не выпрыгивало, чтобы кровь качалась по нашим чистым, хорошим сосудам замечательно, чтобы память у нас была хорошая, да, это все вот нам помогает омега-3 делает. Плюс, если у кого-то есть вот как раз аллергические реакции, почему я сказала о том, что я уже как-то не особо припомню, чтобы у меня были какие-то яркие проявления аллергических реакций, как это могло быть раньше, вплоть до того, что приходилось таблетки пить от аллергии. Так вот, таблеток от аллергии, сейчас я не знаю, ну, на всякий пожарный дежурная пачка есть в квартире, но надо посмотреть срок годности. Не знаю, давно не пила от аллергии таблетка. Таблетки. Так вот, смотрите, что еще делает омега-3? Омега-3, попадая постоянно, если постоянно она попадает в ваш организм, особенно если у вас какие-то аллергии, я вам рекомендую тогда детскую взять, это я сейчас взрослым говорю, да, потому что если мы будем говорить про взрослую омегу-3, тогда вам больше дозировку надо делать, то есть не две капсулки выпивать, а дополнительно еще выпивать капсулки. Так вот, омега-3 убирает негативные вот такое вот воздействие на организм всех аллергенов. То есть останавливает воспалительные процессы. Соответственно, что происходит, когда вы в нормальном режиме, у вас в организме достаточно омеги-3, то у вас вот не будет со временем вот таких вот аллергических реакций. По поводу усиления дозировки, если вы взрослый человек и у вас нету детской омеги-3, что вы делаете, да? Вы тогда пьете дополнительную омегу-3. Вот видите, у меня дополнительно баночка еще стоит. Дополнительно омегу-3. Кстати, вот чтобы вы понимали, что это все пьется и естся. Смотрите, видите? Видите, там совсем чуть-чуть осталось. Там было 60 капсул, а осталось прям вот чуть-чуть на донышке капсул 10, наверное. Вот, значит, как вы пьете дополнительно омегу-3? Одна капсула на 10 килограмм веса. То есть мне, например, в день надо выпивать, чтобы вот именно 100% омега поступал в организм столько, сколько надо, мне надо выпивать в день 6 капсул. 6. А дальше, а вы считаете, исходя из своего веса. Вот, вот такой вот пакетик. И вот эта черненькая капсулка, которую многие называют черненькой, а она на самом деле бордовая эта капсула. Значит, что это за капсула? Это астаксантин. Где-то у меня тут еще баночка дополнительная астаксантина. Вот, пожалуйста, да. Как раз сейчас в каталоге супер предложение, ребят, на астаксантин идет дополнительная 20% скидка к вашей 20% скидке. Представляете? Я вам очень рекомендую сейчас набрать себе астаксантина. Много причем взять. Почему? Потому что нас все время пугают коронавирусом, нас все время пугают второй волной, нас все время пугают, что опять будут какие-то заболеваемость растет и все такое прочее, да, ну, скажем так, все это неприятно, конечно, а вот астаксантин, что он делает, астаксантин? Астаксантин, попадая в наш организм, усиливает нашу иммунную систему, то есть он помогает, он встраивается в мембрану нашей клеточки, и он помогает защищаться нашим клеткам от вирусов, микробов, которые все равно постоянно попадают в наш организм. Мы же живем в обычном обществе, мы дышим воздухом, да, мы что-то трогаем руками, и на 100% себя обезопасить, ну, просто нереально. Но если вы пьете, друзья мои, астаксантин, считайте, что вы ходите в перчатках и в маске. Да, но только вот внутри вашего организма это находится. И если вы пьете астаксантин вот просто в постоянном режиме, каждый день на протяжении долгого промежутка времени, это будет ваша защита. Да, это не, опять же не говорит о том, что это панацея, и если вы пьете астаксантин, вы никогда ничем не заболеете. Это неправда. Это говорит о том, что даже если вы подхватите что-то, какое-то там вирусное заболевание, вы перенесете его в легкой форме. Понимаете, да? Поэтому обязательно, обязательно берите астаксантин. Сейчас еще начнется учебный год, детки пойдут в школы, в садики, в институты, в техникуме, в училище, ну, то есть учиться пойдут, в общество пойдут.
Каждое утро, каждая любящая мама должна своему ребенку давать эстаксантинку. Каждая любящая мама. Обязательно. Поэтому посмотрите. И скидка на эстаксантин бывает один раз, ну, мне кажется, в полгода где-то, да, вот такая скидка. Как раз последний раз скидка была в начале, когда мы на вот пандемия началась. И вот там была скидка на эстаксантин в каталоге. И вот сейчас только второй раз, ребят. Представляете, да? То есть третий раз будет, я не знаю, в конце осени, зимой, может быть, не факт. Вот, поэтому наберите сейчас эстаксантина, чтобы у вас не болела голова на тему, что ваш ребенок не защищен. То есть я говорю о покупке не одной коробочки, понимаете, да? Я сегодня получила заказ, еще не успела его открыть, и там есть эстаксантин, несмотря на то, что вот я вам еще тут коробочку показываю. Так, ну что ж, итак. Значит, обязательно у нас подписка Life Plus у каждого члена семьи, про что я вам сейчас сказала. Какой еще плюс подписки Life Plus? Вот тавтология такая у меня получилась. Может, кто-то знает, может быть, кто-то не знает, но внутри подписки можно играться. Ну, то есть, она же у вас автоматически в заказе выпрыгивает, эта подписка. И там написано, когда вот вы внесли все коды, например, то, что вам еще хотелось заказать, и у вас добавилась подписка Life Plus, там внизу есть такая надпись – детали набора, что ли, что-то такое. И вам нужно нажать на эту надпись, и выйдет, что у вас вот в этой подписке Life Plus. И, например, вот так как у меня подписка на женский Life Plus, у меня всегда автоматически выходит клубничный коктейль и женский wellness pack. Всегда. Но так как у меня, получается, и у меня подписка, и у Саши подписка, а в подписке всегда клубничный коктейль автоматом выходит. Ну вот как бы, чего один клубничный коктейль брать, если у нас много разных вкусных продуктов в категории wellness и полезных. Поэтому я меняю вкусы коктейлей. То есть внутри этой подписки я захожу, и просто там есть такая кнопочка «Заменить». Прям написано «Замена». Я нажимаю, выходят другие коктейльчики, и я выбираю разные вкусы. То есть я могу взять шоколадный, например, коктейль. Видите, вот этот шоколадный коктейль. Сейчас вот у нас клубничная открытая пачка. Мы просто пересыпаем коктейли. Я вам покажу сейчас супы, коктейли. Вот в коробочке вот такие пересыпаем. Вот. Поэтому я меняю вкусы коктейлей, это раз. Во-вторых, я иногда беру вот такой вот комплекс чистый, без вкусовых дополнительных добавок, протеиновый комплекс. То есть он отличается от коктейля только одним. В коктейле добавлена вкусовая добавка в шоколадный какао-бобы, в клубничный клубника, понятно, натуральная, ванильная ванилька нам добавлена. А протеиновый комплекс – это тот же самый абсолютно коктейль один в один, но вот там не добавлены вот эти вкусовые добавки. Значит, как можно использовать протеиновый комплекс? В принципе, можно также делать коктейль, но тогда он будет по вкусу нейтральный. Это раз. А во-вторых, протеиновый комплекс можно добавлять, например, в выпечку. Можно, например, добавлять в кашу. Вот вы кашу приготовили, например, утром овсянку, да? Далее чуть-чуть остыть, добавили туда ложку протеинового комплекса. Посмешали, и у вас получилась овсяная каша, обогащенная белком. Белком, представляете, сама-то овсянка белком не обогащена. А раз вы так вот сами обогатили свою кашу белком. Можно, например, салатик добавлять. Вот вы порезали овощной салатик и ложечку протеинового комплекса раз и насыпали сверху. И у вас получается протеиновый салатик, обогащенный белком. Представляете, как здорово, удобно. Ну и иногда я меняю на супчики. Вот супы у меня вообще в семье оказались только вот уже пересыпанные, без коробочки. Ну вы на картинке видите. Видите картинку супов, у нас два вида супов, спаржевый и томатный. Вот это томатный супчик, видите, он розовенький такой, это томатный супчик. Раньше, когда вот супы только появились, мне очень понравился спаржевый, очень. Мне казалось, что он такой вот какой-то, знаете, сливочный даже немножечко на вкус. Ну, мягкий, в общем, очень мягкий, очень вкусный, получается суп-пюре. Причем так же легко делать, вы наливаете горячую водичку в тарелочку, насыпаете 2-3 ложки супа, мешаете, даете настояться, закрываете крышечку, можете прям так есть, а можете туда что-то еще покрошить, яичко покрошить. Я люблю сыр на терочке потереть, например, тоже туда добавить, и получается супчик, вот так ложкой идите, так сыр растворился, вот он тянется, да?
Ну, то есть вот что-то, зелень можно добавить, нарезать, огурчики свежие очень вкусно тоже вот в супчик добавить. Ну, то есть можно экспериментировать как угодно. Но после того, как мы съездили в Индию, и что-то как мы долго были в Индии, я что-то так привыкла к острой пище, что я стала больше любить... именно томатный суп. Ну, вот как-то так у меня получилось, и сейчас вот у меня дома томатный суп оказался. Вот, поэтому, ребята, очень хорошее приобретение, и это очень хорошее приобретение для девочек, которые много работают, а семью кормить надо, да? Вы просто быстренько взяли, развели вот такой вот супчик, порезали туда вот эти вкусняшечек, про которые я вам сказала, и у вас получается полноценный обед, но на приготовление обеда вы потратили 5 минут времени своего, представляете? Не надо ставить у плиты, не надо варить, не надо там, я не знаю, чистить картошку, резать морковку и так далее. То подобное, у вас это все вот очень быстро произошло, и все сыты и счастливы. Очень удобная история. Но и это еще не все, да? То есть понятно, что вот у меня подписка Life Plus, но это еще не все. Дополнительно, у нас всегда есть вот такой продукт, который называется внутрикомплекс для роста волос и ногтей. В каждой таблеточке, в каждой упаковочке 42 таблетки. По 2 таблеточки в день надо пить дополнительно. И внутрикомплекс, он не только помогает вашим волосам быстрее расти, ногтям. Вот у меня всегда свои натуральные ногти. Вот видите, это мои ногти. Кстати, новый лак. Обратите, пожалуйста, внимание. Так вот. По поводу внутрикомплекса, да, всегда свои крепкие, хорошие ноготочки, это раз. А волосы, ребята, я во время самоизоляции что-то, ну, не ходила к парикмахеру вообще. То есть сначала была самоизоляция, потом я подумала, что если я поеду на море, длинные волосы удобнее убирать, и я не срезала их. Что-то приехала, до сих пор не добралась до парикмахера, ну, надо, по-любому надо хотя бы привести это в порядок. Но что я хочу сказать, я тут вчера села и подсчитала, вы знаете, а у меня 12 сантиметров волос выросло. 12 сантиметров, ребят, это май, июнь, июль, вот сейчас август. За 4 месяца 12 сантиметров волос наросло. У меня фотка есть, где я в апреле, у меня вот такое каре, вот такое, прям по плечам, вот на плечах лежит каре. А сейчас смотрите, что делается, косу можно заплетать. Челка, у меня челка была вообще-то зимой, если кто еще помнит, у меня челка была. У меня нет челки, и у меня вот эта челка, которая была, она вся сейчас в хвост ушла уже. Все, нету вот этой челки абсолютно. И это витаминки, это кальций, это нутрикомплекс, это все вместе, да, вот так вот классно все это работает. Вот Валентина пишет, внуки специально бегут в гости супчик покушать. Конечно, потому что он классный, потому что он вкусный. Дальше, каждый вечер я обязательно дополнительно съедаю вот такую вот таблеточку кальция. Боже мой, ребят, он вкусный. Ну, не знаю, может, у меня какие-то вкусовые такие моменты, но мне очень он нравится. Он вот как сделан, как, знаете, как это в аптеках продаются, аскорбинки, вот. Он внешне, вот видите, такая круглая плоская таблеточка, как аскорбинка. И я каждый вечер обязательно съедаю еще одну таблеточку кальция. Для чего? Объясняю. Ну, волосы, ногти, кости, это все понятно. Кости, вот, кости. Из-за костей я съедаю кальций. Почему я съедаю кальций? Потому что кости должны быть крепкими. А с возрастом из костей как раз вымывается кальций в первую очередь. Зубы, кстати, должны не шататься, хотелось бы, да? Вот у меня, слава богу, все хорошо, не шатаются зубы. Так вот, от чего это зависит? Это зависит от того, насколько у вас плотная кость. От плотности кости. Вот я, у меня знакомая, у нее зубы шатаются. Представляете, возраст у нас одинаковый, у нее зубы шатаются. Ужас какой-то. Вот. А это зависит от плотности кости. Соответственно, чтобы ваша кость была плотной, должно быть достаточное количество кальция у вас. И второй момент, на что это еще влияет чисто внешне, ну, как бы нам же хочется еще внешне, да, если у вас нормальная плотная кость, то кожа, она же ведь держится на мышечных таких вот волокнах, и дальше, ну вот в данном случае череп, вот я вам на лице показываю, череп идет, да? Так вот, если у вас, например, кости черепа крепкие, если у вас по возможности зубки все на месте, или хотя бы на их место что-то там вставлено, чтобы вот опять же челюсть была крепкая, так вот, у вас получается очень равномерно держится кожа, как бы подтянутая и не проседает.
То есть у вас, у тех, у кого будет крепкая, плотная кость, у вас гораздо медленнее уплывет и упадет контур, например, лица, овал лица. Представляете? Это, оказывается, зависит от кальция в том числе. Поэтому кушайте, девчонки, кальций, будьте много, долго молодыми и красивыми. Но если еще пошел разговор о молодости и красоте, то еще один продукт, который у меня есть, этот продукт, который называется Aqua Glow, напиток красоты. Значит, это вообще это просто, ну, я не знаю, у нас вся категория wellness волшебная, но это абсолютно волшебный продукт. Вот находятся вот такие вот саше, здесь в упаковке, 15 штук этих саше находится. Вы берете такую упаковочку, разводите на стакан воды, а вкус получается очень вкусненький такой, знаете, брусничный. Вот здесь в составе брусника находится, вот если вы ели когда-то брусник, вот такой вот, сладковато, чуть-чуть с горчинкой, но приятный такой горчинкой, мне лично очень нравится. И вы просто выпиваете стакан вот такого прекрасного напитка каждый день. Что делает этот напиток? Ну, вот если пример какой-то из жизни провести, то вот это, вот представьте себе дом, да, если, например, хочется построить дом, сразу вспоминаем три поросенка сказку, да, ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. Три домика они строили, один просто так, вот знаете, абы как эти веточки, там из соломы он строил, да, и просто как ни попадя соединил эти веточки, второй из хворостин каких-то строил и тоже как-то там соединил, а третий серьезно строил дом из кирпича, с цементом и со всеми такими делами. Поэтому единственный его дом, собственно говоря, и устоял. Так вот, к чему я это вам рассказываю? Я это рассказываю вам к тому, что у нас в коже клеточки друг с другом тоже должны быть соединены, как вот у этого кирпичного дома, цемент. Да? Вот представьте себе большой кирпичный дом, ну просто кирпичи поналожили друг к другу, и все. Без скрепления. И поставили так. Сколько он так простоит? Ну, до первого хорошего дуновения ветра. Правда же? И все, и снесется весь этот дом. Так вот, наша кожа, она тоже нуждается в цементе между клеточками. Потому что чем лучше эта цементная связка, тем, опять же, дольше вы будете молодыми и красивыми. Так вот, цементной связкой в нашей коже являются керамиды. Вот эти самые керамиды. А вот этот напиток, он и поставляет в нашу кожу вот эти керамиды. Вот и вся, собственно говоря, хитрость. Вы выпиваете, в вашу кожу поступают керамиды, и ваша кожа дольше будет оставаться упругой, молодой, не будет обвисать, не будет стареть, и вы будете хорошо выглядеть. А, кстати, у нас идет сейчас акция в компании. Если вы покупаете комплекс Novage, это полный уход за кожей лица, пятиэтапный, то вы можете взять вот этот вот напиток Aqua Glow с дополнительной скидкой 27%. Плюс еще ваша скидка 20% цены каталога. То есть получается 47% скидка, ребят. Очень выгодное предложение. Поэтому обязательно я вам рекомендую вот этот еще напиток употреблять. И его, кстати, вот по поводу, когда какой напиток лучше употреблять. Вот этот напиток лучше употреблять в первой половине дня. И тогда, вот, знаете, даже вообще было бы идеально, вот вы утром, когда проснулись, если у вас есть уже такая привычка выпивать стакан воды, то тогда, пожалуйста, вы можете выпивать стакан воды, разведя вот в нем вот этот вот напиток. И тогда прям все будет усваиваться прекрасно. Ну и еще последняя баночка, о которой я сегодня хочу сказать, это вот эта баночка. Это называется пребиотический комплекс. Это то, что появилось относительно недавно у нас. Ну, один из самых последних продуктов, новинок, который появился у нас в компании. Wellness, я еще раз повторяю, я пью коктейль и витамины в первой половине дня приблизительно в 11 часов. Вот лично я. Или кто, например, не любит завтракать обычным питанием, значит, вы завтрак заменяете коктейлем. То есть не варите каш, не варите там, я не знаю, яичницу не жарите, а выпиваете коктейль, и у вас получается нормальный полноценный завтрак. И, конечно, обязательно витаминки, помните, да, wellness pack выпить. Вот, так я возвращаюсь к пребиотическому комплексу. Значит, пребиотический комплекс – это напиток тоже, который вы также разводите на стакан воды. Он, как и все остальные продукты wellness, с очень понятным составом, абсолютно натуральным. И вы просто разбавляете его в стакане воды и выпиваете.
что это вам дает? У вас в организм попадает достаточное количество пищевых волокон. Для чего нужны пищевые волокна? Пищевые волокна нужны для того, чтобы в вашем кишечнике не застаивалась пища. Ну так, без страха, без ужасов я вам расскажу, просто очень таким простым языком, чтобы пища там не застаивалась. Соответственно, если у вас будет достаточное количество пищевых волокон, ваша пища, вот остатки пищи, которые не переработались, они будут выходить естественным путем легко, комфортно, свободно. А если ваш кишечник будет чистый, не будет загружен, и там не будет идти никаких ненужных процессов гниения пищи, ну, извините за некрасивое слово, но это правда, тогда у вас, как ни странно, будет еще и хороший иммунитет. То есть получается, что как минимум три продукта влияют на иммунитет, на ваш. Это ПЭК, в котором в составе находится астаксантинчик, да? Это дополнительно астаксантин мы пьем, чтобы у нас был хороший иммунитет. И вечером я пью еще пребиотический комплекс. Тоже, собственно, для того, чтобы у меня был хороший иммунитет, чтобы у меня была хорошая фигура, чтобы у меня животик не вываливался. Вот для девочек это бывает очень актуально, особенно для девочек за 35 где-то, да, животик бывает. Вроде сама ничего, сама худенькая, а животик как-то вот так подводит, да, вываливается. Пьем пребиотический комплекс, и все у вас будет прекрасно и замечательно. Поэтому, друзья мои, я вам желаю, конечно же, здоровья, я вам желаю активности, бодрости и продуктивности каждый день. И еще раз напоминаю, что в текущем каталоге идет вот такая потрясающая акция. Набирайте астаксантин, пока он идет с замечательной скидкой. Сразу хочу сказать, что он не долежится до конца каталога на складах, его разберут, это точно, это 100%, даже можете не проверять. Поэтому делайте уже заказы, заказывайте себе продукты категории wellness и будьте обязательно здоровыми. Ну что ж, все, что я хотела, я вам рассказала, показала, всем поделилась. Если у кого-то есть какие-то вопросики, вы мне задайте, я готова на них ответить. Если есть вопросы. Обратно я все в коробочку складываю. Вот кальций. Вот все должно быть на глазах, понимаете? Если не на глазах, все, забыла. Я все время смеюсь и говорю, такая летящая женщина вообще. В одно ухо улетело, в другое вылетело, да. Все забыла. Вот у меня все стоит на глазах. Но зато я точно уверена, что я утром пошла воду пить, у меня сразу взгляд упал на wellness, да. В обед иду, вижу wellness. Вечером иду пить воду, вижу wellness. У меня всегда wellness так вот, чтобы я его видела. Все, вопросиков нет. Но всем огромное спасибо за то, что вы сегодня были со мной. Да. Спрашиваю, что у вас есть против папилломы. Валентин, еще раз повторяю, у нас вообще ничего нет от болезней. Вот вообще ничего нет от болезней. Все абсолютно внешние проявления и внутренние проявления организма – это всегда беспорядок в обмене веществ. Всегда. Поэтому для очищения кожи, я только что сказала, самый лучший продукт – это, конечно, пребиотический комплекс. Каждый день вечером, и тогда у вас будет, не будет никаких застойных процессов в организме, и у вас все будет хорошо. И второе, это, конечно же, ПЭК плюс, ну, то есть вообще подписка Life Plus, потому что там получается у вас комплексный подход, у вас сразу и белки, и витамины, вот все-все-все, что вам нужно, да, и микроэлементы к вам попадают в организм, и тогда потихонечку организм сам себя очистит, ребят, сам. Но это процесс не быстрый. Народ-то как хочет. Сегодня выпить витаминку, завтра пойти танцевать на дискотеку, хотя сегодня была сломанная нога, понимаете? Мне сегодня девушка так написала, сломала руку, к сожалению, и пишет, что выпить, чтобы быстрее срослось. Я, конечно, порекомендовала, но это ж как вот быстрее срослось? Завтра не срастется, понимаете? Это время должно пройти. Поэтому это все питание, питание. Вопрос только в том, что вы кушаете на самом деле, да? То, что сварили, и там нет никаких витаминов, ничего вообще полезного для вашего организма, и все в жир уходит. Либо вы кушаете Life Plus, да,
и все то, что я вам сегодня показала. И да, еще обычная пища, конечно же, никто не говорит, что вы должны есть только wellness. Нет, конечно, обычная пища плюс вот эти вот все дополнительные продукты. И потихонечку ваш организм сам себя полечит, он выздоровеет, он просто поменяет те старые больные клетки на новые здоровые клетки. А все, что касается очищающих процессов, это тоже произойдет, со временем. Делайте подписку Life Plus, и каждому будет здоровье и счастье однозначно. Кстати, еще и будут позитивные эмоции, потому что я еще ни разу не видела счастливого больного человека. Вот. Ну все, друзья мои, всем огромное спасибо, что вы сегодня были со мной. Пока-пока.